А можно, да, говорить? Или надо дождаться? Петь не буду, слуха нет. Господа, спасибо вам всем большое, режиссеру, группе, за музыку, за фильм. У меня вопрос к Дмитрию Лавриненко. Дмитрий, вот бесподобен фильм, прекрасен. У меня есть вот доля личного разочарования. Как-то был такой инцидент в ЦДХ. Я такой бежал вот на концерт, да, все, погон, даже переодеться не успел. Курсантом тогда был, да, учился. В шинели такой весь, в форме, может быть, помните. И после концерта я помогал Лене там гитару сворачивать. И вы там вот все снимали, стояли там в 2 метрах от меня, задали пару вопросов. И как-то сказали, что очень харизматично, очень попадешь в кадр, вот, или попадешь. Я сегодня пришел, и вот, нет. Нет, фильм прекрасен, фильм прекрасен. Как бы я... Верните деньги. Это, конечно, шутка, большое спасибо за... Но... Спасибо. Я помню, это как с карманом получилось.